Казахстанские силовики за два месяца изъяли 42 единицы оружия, которые похитили во время январских событий. С апреля по май этого года сотрудники КМБ совместно с полицией и органами прокуратуры провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате спецоперации обнаружены и изъяты автоматы, пистолеты, гранаты и радиостанции. В результате обнаружены и изъяты 42 единицы оружия, 8 гранат, 2 снаряда от РПГ, 4051 патрон различного калибра, а также бронежилеты, магазины от автоматов, радиостанции и ножи.